Управляющая компания «Отелика» начала свою деятельность в 2008 году и продолжает активно развиваться. За период работы открыты представительства в разных регионах России. Деятельность компании направлена на создание отелей с едиными стандартами обслуживания, внедрение новых сервисов для улучшения семейного отдыха и развития индустрии отечественного туризма. Управляющая компания «Отелика» в данный момент управляет 2 отелями в Анапе. Это «Гранд Прибой» и «Меридиан». Полностью у нас в отелях все включено. Бесплатно предоставляются услуги, такие как трехразовое питание по системе «Шведский стол», алкоголь, очень хорошая анимация. «Отелика Холидей» – новое подразделение компании. Организация анимации в отелях, проведение праздников и корпоративных мероприятий позволяет сделать отдых интересным и активным. Специализируется компания на управлении курортными отелями разной классификации. «Отелика» и «Отелика Гранд» для семейного отдыха родителей с детьми. Уровень отелей 2 и 3 звезды. «Санвиль» – небольшие отели с комфортным размещением по доступной цене и минимальным набором услуг. Залогом успешной деятельности является знание специфики российского рынка загородных и курортных отелей, опыт реновации и открытия отелей, оказание комплексных услуг от создания бизнес-концепции до эффективного управления отелем.